Итак, дорогие друзья, сегодня будем рассматривать МТС 835 ФТ, который продается в салонах новые 2021 года. Для начала нужно их разлучить и получить такой веб-интерфейс. И там со всеми фишками фиксации у нас будет TTL, IMEI. Для начала давайте посмотрим, как можно изменить IMEI. Итак, в эту программу мы закидываем наш образ прошивки и можно изменить прямо в ней IMEI. Вот это необходимые нужны драйвера и программы и плагины. Открываем программу для установки и начнем с разлучки. Разблокируем, дожидаемся окончания установки разблокировки, дойдет до 99%, на этом завершаем специально принудительный процесс. После этого начинаем процесс установки прошивки, дожидаемся до 99%. Если предложит установить программу, устанавливаем. После этого он перезагрузится и загрузится как в обычном режиме. Завершится на 100%, можно зайти в веб-интерфейс. Получаем такие веб-интерфейс с TTL и смененным уже IMEI, который мы делали в программе. Или же такой веб-интерфейс, который уже сразу идет разблокированный, но без TTL. Вот и применяем примерно такие же настройки, отключаем обновление, можно роуминг включить, потому что есть, например, IOTA, которая работает только в роуминге. Здесь мы видим свой Wi-Fi, здесь можем прописать все профили необходимые, прописываем наши профили APN, потому что есть, например, Билайн. Здесь он по умолчанию почему-то Home Билайн. Для того, чтобы интернет Билайн работал на симках, которые, например, только в 4G работают, то нужно именно вот так прописывать. Тогда придется вручную вставлять или перескачивать с авто на мануал, то есть вручную. Автоматически он все определит других операторов, Мегафон и так далее, МТС и всех остальных. Возможно, там редкие операторы можно прописывать вручную. Итого мы добавили наши профили. Вот примерно показано, где находится APN и как менять по умолчанию. Save as default — это по умолчанию. Всего удачи, до свидания. Подписывайтесь на канал и до новых встреч, дорогие друзья.